Так, друзья, мы вышли из старого города Иерусалима, через Явские ворота мы вышли. И мы сейчас прямо напротив Явских ворот спустились. Такой торговый центр, недавно сделанный, потому что раньше я его не видел здесь. Вот, тут целая череда магазинчиков. Но эти магазинчики сегодня не работают, сегодня суббота. Вот смотрите, какие интересные произведения. Сандалии. Дани Кац. Или вот корова, бык. Или все-таки корова. Тоже Дани Кац, этого же художника. Или вот такое произведение искусства. И сейчас мы немножко погуляем по Новому Иерусалиму, как я его называю, Иерусалим светский, мирской. Сейчас старый Иерусалим, это ведь вы видели, весь религиозный. А новый не весь. Вот целая торговая улочка. Сеть магазинов Кастро, вот магазины, такие магазины Кастро по всему Израилю. Но это наши туристы снимаются, русские, их можно видеть по языку. Целый торговый городок такой выстроили. Меня все больше привлекают вот такие произведение искусства. Мужчина и женщина, я бы назвал это. Херцль Хадар. Вот так изобразил. Вот такие оригинальные пепельницы. Мусорник и пепельница сразу сверху. Видите, как удобно и остроумно сделано все. А вот интересно. Коби Кнаан, художник. Произведение из бронзы. Полюбуйтесь, друзья. Очень симпатично все это, конечно.
сделано. И вот перед нами церковь. Я не знаю, что это за церковь, какой это храм. Но вот внешне это все очень симпатично, друзья. Вы можете убедиться сами. Автор этих женщин Елена Якубович. Елена Якубович. Вот магазин Ренуар, тоже известная сеть по всему Израилю, она известные торговые марки. А вот какие оригинальные фигурки. Полюбуйтесь, друзья. Это просто красиво и оригинально. Танцующая пара. Дорит Левенштейн, художница. Вот еще ее изделие одно. Какие радостные скульптурки, сколько в них фантазии, детской игры. Очень все симпатично. Очень симпатично. Вот интересное здание, каждый камушек которого имеет как бы порядковый номер, ну, подписаны, по крайней мере, номера. МНГ, манго. Вот тут и туалеты есть, друзья. И как ни странно, бесплатные туалеты. Мы воспользовались этим и подтверждаем, что туалеты здесь бесплатные. Ну, пока вот, по крайней мере. Очень все симпатично. Выход на улицу там, но мы дальше выйдем. А вот такое произведение искусства. Эчи Вернер. Автор его. Как интересно, камни расписаны, видите? По номерам, что ли? Мне здесь, друзья, очень нравится, не знаю, как вам. Все это очень симпатично. Галли, торговая фирма. Вот сверху протянуты такие лампочки. Видите, горящие, что создает праздничное настроение новогоднее.
такие светильники, обратите внимание. Вот, а это что у нас? Вот, мы вышли на улицу. Вот так, вот такое произведение, друзья. Ага. Ури Лившиц. Ну, вероятно, это надписи из Торы, причем они так интересно сделаны, что буквочки вытекают как проволоку колючую. Ну, вы видите, друзья. Вот, ну а мы покидаем этот торговый центр, закрытый в субботу, и идем блуждать, гулять по Иерусалимским улицам.